нынешняя жизнь, а, как сказал поэт, времена не выбирают, в них живут и умирают. Так вот, нынешняя жизнь все время перед нами ставит вопросы, ответом на которых является классика, а именно Некрасов. «Жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе». Но смиряться с этим тоже не хочется. Я имею в виду ситуацию на Украине, которую каждый нормальный человек, россиянин, не может воспринимать равнодушно и даже болезненно. Это для всех, кто, опять же, родом из советского детства, это вопрос очень насущный и очень болезненный. Я, как поэт, который когда-то написал стихи о дружбе не двух, а трех братских народов, понимаю, что сегодня они звучат иначе, поэтому я процитирую просто их. Звучат они так, они о дружбе. «Такая русская равнина, что впору вызывать равина. Дивлюсь я на тебе и радуюсь ребе». Я за то, чтобы все-таки был мир, как это не благоглупо и не прекраснодушно звучит, и чтобы та самая дружба, в которой мы воспитывались, или хотя бы в иллюзии, в которой мы воспитывались, чтобы все-таки она была в дискурсе и на повестке дня.